Рыбная катастрофа может произойти на Камчатке. Печальная ситуация случится с экономикой полуострова, если планы правительства об увеличении единоразового взноса за пользование рыболовными участками воплотятся в жизнь. О серьезных рисках для региона заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Так, раньше считалось, что входной билет в легальное поле для добытчиков лососей составит 92 миллиарда рублей. Однако теперь сумма может возрасти до 200 миллиардов. Это практически эквивалентно годовой выручке всего лососевого промысла. В ассоциации считают, что многие представители отрасли могут отказаться продолжать вести свои дела в тяжелейших условиях. Глава региона Владимир Солодов встал на защиту камчатских рыбаков и направил в правительство предложение по их поддержке. В частности, это длительная рассрочка платежей о предоставлении субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса. Кроме того, губернатор не подтвердил слухи о повышении цен на рыбопродукцию. На стоимость влияет множество факторов. Однако, по словам Владимира Солодова, отрасль действительно столкнется с серьезными проблемами. При реализации предложенного правительством подхода только 30% действующих в регионе предприятий смогут продолжить работу на своих участках. Напомним, закон о рыболовных участках приняли в прошлом году. Согласно ему, компании могут заключить договоры на пользование рыболовных участков без проведения торгов, однако нужно подтвердить их добросовестность и принять дополнительные обязательства. Камчатка была и остается главным рыбодобывающим регионом страны, где вылавливают свыше 70% от всего объема тихоокеанских лососей. Сейчас в отрасли трудится больше 18,5 тысяч человек, это около 6,5% всего населения полуострова. Столб пепла на высоту в 5 километров над уровнем моря выбросил вулкан Безымянный на Камчатке. Сейчас исполин закрыт облаками, поэтому оценить масштабы явления можно только по сейсмическим данным. По словам специалистов геофизической службы РАН, у вулкана началась эксплозивная взрывная фаза извержения. Пока что там происходят слабые выбросы, однако в ближайшее время следует ждать усиления. Напомним, по словам ученых, Безымянный готовится к мощному извержению с выбросом пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря. Накануне на восточный склон лавового купола обрушились горячие лавины. Пепел от них поднялся на высоту около 3 километров. В течение месяца возможен сход высокотемпературного потока протяженностью до 10 километров. В поселках Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск может выпасть пепел. Если ветер изменит свое направление, то под угрозой пеплопада окажутся Быстринский район и Мильковский округ. В связи с возросшей активностью Безымянного в Ключевском природном парке закрывается маршрут вокруг Толбачков. Такое решение приняли директор парка вулкана Камчатки. Жителям и гостям полуострова настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок и походов в окрестностях активного вулкана. Медведь в городе. Эту фразу в последнее время все чаще слышат жители Камчатки. Бурые хищники наведываются к людям и внушают страх. При встрече с косолапом почти любому человеку захочется убежать, лишь бы избежать животной агрессии. Однако важно помнить, бег лишь спровоцирует зверя, и он все равно догонит, а там уж как повезет. При этом существует ряд правил, соблюдая которые, можно отделаться лишь испугом при встрече с хищником. Одно из главных – стоит всегда помнить, что город для медведя – чужая среда. Оказавшись среди многоэтажек, машин и людей, медведь хочет лишь одного – как можно скорее покинуть шумную и непонятную территорию. У него нет цели атаковать. Ему лишь нужно не мешать отыскать дорогу домой. Нужно в первую очередь поискать безопасное место. То есть не оказаться на пути у него, понятное дело. И ни в коем случае не убегать, если вы не знаете куда. То есть убегать стоит только, если вы представляете, что вы добежите, ну там условно, до подъезда, там, да, до какого-то автомобиля, у которого окажется открыта дверь, вот, до какого-то убежища. Когда это находится в шаговой доступности от вас, на расстоянии нескольких шагов. Если нет, лучше просто оставаться на месте, потому что, и повторюсь, медведь в этот момент, он занят не тем, чтобы доставлять угрозу гражданам. Владимир Гордиенко отметил, что некоторые люди пытаются преследовать медведя на машине, чтобы запечатлеть его на камеру. В данном случае гоняться за сенсацией ни в коем случае нельзя. Нужно дать хищнику возможность двигаться тем путем, который он для себя выбрал. Не нужно много внимания уделять съемке. Некоторые поглощены этим процессом, да, везде, и на природе, и в городе, и в первую очередь пытаются снять его, снять хорошего ракурса. Ну, это не та ситуация, в которой можно свои операторские навыки оттачивать. То есть лучше воздержаться, просто проводить его взглядом. И еще один момент немаловажный. К сожалению, специальные службы узнают вот о встречах, об угрозах со стороны медведей в населенных пунктах, как правило, из пабликов. То есть ни у кого не возникает мысли, сняв медведя,
отправить ролик в службу 112, например. Чем быстрее звонок поступит в службу спасения, тем больше вероятность, что опасность будет ликвидирована и никто не пострадает. Стоит помнить, что уполномоченные службы физически не могут просматривать все паблики и личные страницы в интернете, а медвежьей угрозе лучше сообщить напрямую. Может показаться, что хищники буквально захватывают городские территории. Однако Владимир Гордиенко уверен, все в пределах нормы. То есть наступило время, когда звери проявили активность, стали появляться. Это происходит ежегодно, в принципе, да? И не только, скажем, в Петропавловске, и в Елизаве это чувствуется. В Эссе, например, да, проблема такая существует постоянно. В Мильково в этом году необычно много зверей. Ну, в целом это на уровне нормы. Говорить пока о состоянии кормовой базы я не нахожу возможным. То есть пока непонятно, там, из-за каких-то проблем это с дефицитом кормов вызвано или чем-то еще. Сейчас власти региона стараются делать все возможное, чтобы минимизировать риски от прихода медведей в города. Так, например, в круглосуточном режиме работают оперативные группы, которым пока удается давать отпор хищникам. Владимир Гордиенко отметил, что ждать появления большего количества косолапых в городской агломерации в ближайшее время вряд ли стоит. Тех зверей, которые представляли угрозу, уже нет, а в целом их возле жилой застройки не так много. Кто-то может считать решение абсурдным, но это ветеринарная безопасность. Власти Камчатки прокомментировали принятие запрета на вывоз домашних животных за пределы краевой столицы и организацию выставок питомцев в городе. Сейчас в Петропавловске действует карантин. Ограничительные меры приняли из-за трихинеллеза – острого лихорадочного заболевания, выявленного у свиней в одном из фермерских хозяйств. Распоряжение губернатора, устанавливающее запреты на выставки любых животных в городе и вывоз питомцев за пределы краевой столицы, спровоцировало споры. Оказалось, документ раскритиковали специалисты местных ветеринарных служб. Они посчитали неправильным, что ограничения распространили не только на свиней в определенном фермерском хозяйстве, а на всех животных в Петропавловске, в том числе кошек и собак. При этом срок карантина не обозначен. Агентство «Камчатка-Информ» отмечает, ссылаясь на слова зампреда краевого правительства Романа Василевского, что власти прокомментировали скандал. По мнению политика, решение принято на основании ветеринарных правил, и всем, у кого есть питомцы, не мешало бы ознакомиться с этими правилами, чтобы не подвергать любимцев опасности. Роман Василевский подчеркнул, что домашние животные часто являются переносчиками болезней, опасных для человека. Не остался в стороне и местный министр сельского хозяйства. В комментариях телеграм-канала местного СМИ Вячеслав Черныш написал, что ограничения установлены на основании утвержденных правил, но он готов отдельно рассмотреть любой частный случай, связанный с домашними животными, и лично обсудить его с каждым заинтересованным человеком. Добавим, ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных, разрешено проводить на территории всех населенных пунктов Камчатки, кроме краевой столицы. Автомобиль сбил юного велосипедиста на Камчатке. ДТП произошло в Вилючинске 11 июля. 9-летний мальчик двигался по пешеходной зоне и решил пересечь проезжую часть, однако обзор дороги ему перекрывали припаркованные автомобили. При этом водитель, выезжающий со двора, не увидел ребенка, также и застоявшего вдоль дороги транспорта. После столкновения Toyota протащила велосипед 11 метров и проехала над мальчиком. Пострадавший получил травмы, и, к счастью, его жизни ничего не угрожает. О происшествии сообщили в телеграм-канале Вилючинск Лайф. После инцидента и в целях предотвращения подобных происшествий в администрации города приняли решение о введении одностороннего движения на участке от Кронштадтской 12 до Приморской 5. Работы по организации движения завершатся до 1 сентября. Рыба по доступным ценам увидят жители Камчатки на прилавках, несмотря на слабые результаты лососевой путины. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в ходе оперативного совещания. Он поручил Минрыбхозу продумать работу рыбопромышленников, чтобы в полной мере удовлетворить потребности жителей полуострова в свежей продукции по специальной программе. Несмотря на небольшие показатели с точки зрения добычи, тем не менее мы и программу «Камчатская рыба» в полном объеме реализовали в этом году и обеспечили наличие по мере нарастания улов красной рыбы тех базовых продуктов, которыми мы занимались по доступным ценам. Горбушу, другие продукты. Пожалуйста, прошу отработать с нашими предприятиями
несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, будем с ними работать. Напомним, проект «Доступная рыба» реализуется на полуострове не первый год. Программа предоставляет жителям региона возможность приобрести местную рыбопродукцию по привлекательной цене. Минимальную наценку обеспечат как производители, так и торговые сети. Проект на полуострове запустили по поручению президента страны и по инициативе губернатора края. Добавим, большая рыбалка стартовала 1 июня. Согласно данным ученых, в этом году на полуострове выловят больше 167 тысяч тонн лососей. При этом на Дальнем Востоке предполагают добычу 320 тысяч тонн. Прогноз по горбуше, которая составляет основную массу уловов, в три раза меньше, чем в прошлом году. 68 тысяч тонн на восточном побережье, 38 тысяч на западном. Голод, целеустремленность и завидные навыки акробатики. Медведя с большим упорством, пытавшегося достать что-то из урны, заметили на Камчатке. Он вышел к Стелле на трассе Петропавловск-Мильково. К этому месту хищника, скорее всего, привлек запах остатков еды. Больше всего его заинтересовала мусорка, а точнее то, что находилось в ней. Косолапый, ни на кого не обращая внимания, стал рыться в урне, доставая периодически что-то съестное. В какой-то момент он едва не залез в нее полностью. Все происходящее снимали очевидцы. Не зря говорят, что у косолапых очень хорошо развито обоняние. Продемонстрировав чудеса ловкости и разворошив урну, Мишка все-таки добился своего и нашел, чем полакомиться. Машину приятеля на металлолом сдал житель Елизова. Ранее он обещал другу заняться ремонтом иномарки, однако это оказалось неправдой и лишь способом легко заработать денег. Как сообщили в прокуратуре региона, обвинительный приговор злоумышленнику прозвучал в районном суде. Он проходил по статьям о пьяном вождении и растрате. Установлено, что мужчина сел пьяным за руль в декабре прошлого года. Административка за такое же нарушение не помешала лихачу разъезжать по дорогам среди дачных участков. Этот же мужчина пообещал приятелю починить его Hyundai Sonata, но в какой-то момент передумал и сдал машину в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на что хотел. В итоге суд приговорил елизовчанина к 400 часам обязательных работ. После отбытия наказания ему 2,5 года будет запрещено садиться за руль. Учитывая, что фигурант продал автомобиль, на котором совершил пьяную поездку, с него взыскали 150 тысяч рублей. Эта сумма равна рыночной стоимости иномарки. Кроме того, осужденный обязан оплатить материальный ущерб потерпевшему в сумме 65 тысяч рублей. Три школы модернизируют к началу нового учебного года в Петропавловске. Сейчас в учреждениях номер 9, 36 и 45 устанавливают навесные утепленные фасады. Также идет ремонт и внутри зданий. Помимо обновления холлов, рекреаций и аудиторий, в них создаются новые учебные пространства, центры детских инициатив. Кроме того, в 45-й школе капитально ремонтируют крышу. Ход работ проверил глава города Константин Брызгин. Работа идет, ремонты выполняются. В 9-й школе есть некоторое отставание по графику, на что мы обратили внимание как руководство школы, так и руководители подрядных организаций. Обещали нарастить темпы за неделю и, собственно, окончить основные работы к началу учебного года. По остальным двум объектам работы идут в удовлетворительном темпе. Выполняются работы в холле, в спортивном зале. Кроме того, на 36-й школе происходит сейчас ремонт, по сути, обустройство новой хоккейной и футбольной площадки. Ремонт школ в этом году проходит в рамках сразу нескольких федеральных проектов, в том числе по программе модернизации школьных систем образования. Оборудуются новые современные пространства для занятия творчеством детским, для более комфортного пребывания детей в школьных учреждениях. На ремонтную программу этого года выделены как средства краевого бюджета достаточно существенные, так и средства местного бюджета. Поэтому мы применяем комплексный подход. Вместе с внешним ремонтом проводится и внутренний ремонт помещений для того, чтобы и снаружи, и внутри нашим маленьким жителям, школьникам было комфортно. К сентябрю все работы, начатые в школах, включенных в летнюю ремонтную кампанию, должны завершиться. Добавим, работа межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений к началу учебного года уже началась. К
край, где каждый найдет приключения по душе. Почти 1000 туристических групп уже зарегистрировали свои маршруты с начала года на Камчатке. За указанный период полуостров стал местом притяжения для 10 тысяч путешественников, в числе которых более 2500 детей и 100 иностранцев. Как добавили в МЧС, особой популярностью по-прежнему пользуются вертолетные экскурсии, лыжный туризм и альпинизм, сплавы по рекам. Чаще всего путешественники ходят на Ключевской, Мутновский и Горелые вулканы, Авачинский перевал, Кранотский заповедник, Налычево, долину гейзеров. С открытием навигации для маломерных судов туристы выбирают морские прогулки в бухту Русскую и к мысу Маячному. А любители горных пейзажей посещают массив Очкожец и домашние вулканы. Туристы с детьми регистрируют походы, связанные с активным отдыхом. Много школьников прибывают из других регионов, чтобы открыть для себя уникальную природу Камчатки. Спасатели напоминают, что регистрировать свой маршрут нужно заблаговременно, за 10 дней до выхода на него. Сделать это можно несколькими способами, в частности, на официальном сайте краевого МЧС, который сейчас указан на экране. Также следует всегда рассчитывать свои силы при выходе на маршруты, особенно если это касается гор и вулканов. Как отмечают специалисты, необходимо выбирать туры соответствующей физической подготовке. При этом не забыть взять с собой запасные аккумуляторы, телефон, теплые вещи, аптечку, а также решить вопрос со спутниковой связью. Не менее важно правильно упаковывать вещи. Необходимо поместить спички, зажигалку, нож и минимальный запас продуктов в водонепроницаемую упаковку. Не менее важно изучить предстоящий маршрут, а именно узнать о его сложностях и подводных камнях у местных спасателей. Узнайте погоду на несколько дней и обязательно сообщите о своих планах родным и друзьям. Соблюдая элементарные правила, путешествие по удивительному полуострову не омрачит отдых и поможет избежать неприятностей в пути. Хотел отпугнуть комаров у себя на даче, а в итоге может угодить за решетку. Мельковчанин попал под статью за незаконную вырубку деревьев. Как рассказали в прокуратуре, в мае этого года мужчина, вооружившись бензопилой, спилил на корню одну ольху, 12 тополей и столько же берез. Разрешения на это у него, конечно же, не было. К тому же дровосек орудовал на охраняемом участке леса, принадлежащем Камчатскому лесничеству. Свой поступок мужчина объяснил тем, что летом ему на даче мешают комары. Чтобы отпугнуть насекомых, он использует дымокур, в который закидывает непросушенные дрова. Для этого он и спилил столько деревьев. Материальный вред от действий горе-дровосека составил больше 130 тысяч рублей. Мужчина свою вину признал и полностью возместил сумму ущерба. Уголовное дело в отношении сельчанина направили в Мильковский районный суд. Там его рассмотрят по существу. Максимальное наказание за такое преступление, по словам правоохранителей, до 4 лет лишения свободы. Уголовка за 6 килограммов. Жителю Ключей грозит 5 лет тюрьмы за незаконную икру. Как рассказали в МВД, 56-летний мужчина сидел за рулем подозрительного авто. Полицейские заметили его в лесу в 28 километрах от поселка. На машине не было госномеров, что и привлекло внимание инспекторов, проводивших рейд по поиску браконьеров. В салоне правоохранители нашли 6 килограммов икры нерки. Это около 354 тысяч рублей ущерба водным биоресурсам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Под статью попали и трое браконьеров из-за ссоры. Двое мужчин и женщина, тоже уже судимые, выловили 27 хвостов рыбы, не имея на то разрешения. Правоохранители изъяли у них и весь улов, и лодку с сетями. Сумма ущерба водным биоресурсам составила порядка 47 тысяч рублей. В отношении всех троих также возбудили уголовное дело. Напомним, сейчас на полуострове проходит рейд «Путина-2024». Полицейские совместно с рыбинспекторами каждый день ищут рыбаков-браконьеров, не имеющих лицензию на вылов. Детский сад и школу построят в будущем микрорайоне Северный в столице Камчатки. Проектирование объектов образования уже началось. Об этом губернатор Владимир Солодов сообщил по итогам визита на территорию. Тем временем продолжается стройка самого жилого района. Там уже залили фундамент первого из многоквартирных домов. До конца следующего года планируется сдать более 400 квартир. Отдельно здесь хочу отметить необходимость синхронизации строительства социальной инфраструктуры детского сада и школы. Сейчас проектировщик приступает к разработке проектно-сметной документации с тем, чтобы в начале 2025 года мы могли уже ее подавать на те или иные федеральные программы. Очень важно здесь отработать, уже сейчас начинать включение в федеральные программы, которые есть. Попрошу Министерство образования Александра Сергеевна, вас как курирующего зампреда сейчас уже
в полную силу этой задачей заниматься. Строительство микрорайона разделили на 4 очереди. Первая будет завершена к концу следующего года, последняя – к 2028-му. Стоит отметить, что власти хотят выкупить около 30% жилья, которое будет построено в Северном. Предполагается, что его выделят отдельным категориям граждан по действующим социальным программам. Еще 70% квартир застройщики выставят на продажу. В то же время я здесь хочу опять же вернуться к вопросу, который более всего волнует наших жителей, а именно доступность рыбной продукции и цены на нее в Камчатском крае. Я хочу попросить Андрея Георгиевича и вас продумать, чтобы, несмотря на небольшие показатели с точки зрения добычи, тем не менее мы и программу «Камчатская рыба» в полном объеме реализовали в этом году и обеспечили наличие по мере нарастания улова красной рыбы тех базовых продуктов, которые мы занимались по доступным ценам. Горбушу, другие продукты. Пожалуйста, прошу отработать с нашими предприятиями. Несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, будем с ними работать, будем поддержку оказывать, но нам необходимо обеспечить по мере того, как уловы в любом случае растут и обеспечивают промышленное производство, доступность рыбы для жителей. Пока это самый острый вопрос, я прошу его не обходить. Главная задача – сделать, чтобы в ближайшие недели по мере роста вылова у нас продукция была в магазинах, и мы доступную рыбу, в том числе востребованных сезонных сортов, обеспечили ее присутствие. Адреналин, скорость и клава кока. Международные соревнования по мотокроссу пройдут на Камчатке. Сильнейшие гонщики мира встретятся на полуострове 25 августа. Всего на участие в Кубке Содружества 2024 заявилось около 140 человек из России и еще 17 зарубежных стран, рассказали в Минспорта края. В их числе Шри-Ланка, Китай, Италия, Армения, Корея и Швейцария. Гвоздем программы станет известная певица Клава Кока. Соревнования инициированы Федерацией мотоциклетного спорта России и пройдут при поддержке краевого правительства. Напомним, в прошлом году в Кубке Содружества приняли участие 17 команд из 14 регионов страны. Камчатку представляли лучшие гонщики региона. Отправиться в путешествие по Камчатке, снять короткометражный фильм среди красот полуострова и выиграть 3 миллиона рублей предлагают жителям и гостям региона. Продолжается прием заявок на участие во втором сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Желающие побороться за победу могут заявить о себе до конца года. Короткометражный фильм можно снять о пешем походе, водном или зимнем путешествии. Кроме того, приветствуются видеоматериалы о приключениях на велосипедах и прогулках на лыжах. Жюри определит лучших в номинациях и выберет обладателя гран-при. Отметим, отдельное внимание судьи уделяют первопроходцам маршрутов и первооткрывателям дальневосточных территорий. Принять участие в конкурсе могут дети с 10 лет под руководством старших и взрослые. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых тележурналист, автор и ведущий передачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, победители первого сезона конкурса Елена Поддубная, Эрнест Леонидов и Алиса Слыщенко. Подробнее о конкурсе на сайте, указанном на экране.
Камчатка вновь идет в кино. Malak Production, компания с полуострова, завершила съемки двух своих фильмов. Картины получили название «Идущий» и «Сказки». Обе выйдут осенью. Первый фильм о путешествии человека по пустыне собственных мыслей, где каждый шаг наполнен внутренними сомнениями и смыслами, отмечают авторы. Вторая лента, которую сейчас готовят к премьере, рассказывает историю девушки, отыскавшей бабушкины рукописные сказки. Сейчас творческая группа занята монтажом от снятого материала, выбирают лучшие дубли и самые удачные планы, чтобы как можно точнее передать зрителю атмосферу происходящего на экране, мысли и настроение главных героев. Написанием сценария, режиссурой, постановкой и съемками занимались супруги Анастасия и Роман Malak. Анастасия – фотограф, режиссер, писатель, сценарист и продюсер. Роман – известный в камчатской столице оператор, режиссер-постановщик, фотограф и дизайнер. Роли в их картинах исполняли увлеченные кино жители полуострова, профессиональные актеры Камчатского драмтеатра и театра кукол, а также участники Народного театра «Паллада». Ранее компания Malak Production уже представляла вниманию зрителей несколько своих кинолент, среди них «Переживая апокалипсис» и «Случайный обмен».